Интерту. Твой инструмент. Прежде всего, доволен, наверное, сегодня в большей степени результатом, игрой, наверное, только отдельными моментами. Хотя, ребятки старались. Вот. Вот этот, наверное, пропущенный гол как-то немного, на некоторое время выбил из колеи, что называется. Засуетились, занервничали. Вот. Стали много назад играть, в перерыве побеседовали с ними, в том числе и Мирон Богданович зашел. Не кричали, просто подсказали, что, как нужно делать.
поиграть чуть вперед, там перестроиться, где-то поменять. В общем-то, второй тайм провели на более, скажем так, другом уровне. Искали продолжение вперед, атаки появились, моменты. Ну и, соответственно, приятно то, что забивают. Все-таки задняя линия, наиболее такая линия, которая должна отличаться стабильностью в плане сыгранности. Ну, ничего. Где как не в играх, можно и посмотреть, на что способен футболист. И все-таки он должен через игры получать игровую практику. Тренировки тренировками, но игра есть игра. Игра нам, в принципе, давалась от начала. Просто ошибка привела к голу. Ну, в принципе, это нам не помешало в дальнейшем доказать, что это просто оплошность и действительно ошибка. Мы потом воплотили наши моменты в голы, второй там чуть перестроились, играли получше, нам подсказали наши ошибки, которые были, и мы сделали конечный результат. Мы поздравили друг друга, в тот раз тоже мы с Арсеналом, когда играли, тоже поздравили. Все нормально, главное, чтобы так и продолжалось дальше, мы не останавливаемся на этом. Считаю, игра сегодня получилась, смогли накрывать, успевали там, задачу выполнили, я считаю, в первом тайме забили быстрый гол, но ошибка была. Моя пропустили. Ну ничего, я думаю, во втором тайме мы дожали до конца и выполнили то, что нужно. Сказали, что нужно прибавить, что больше играть вперед, стать лицом к чужим воротам и принимать спиной мяч. Ну, играть вперед. Интертул. Твой инструмент.